Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня играем в финалочку на сиротина ролеплей Центральный округ. У них здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте вводить по непрестрации. Итак, чуваки, сегодня снова серичка. В принципе, сейчас у нас пол второго ночи практически, и я решил записать видос. Немного его сплагиачу, поэтому сейчас я все объясню, пацаны, внимательно слушайте. Итак, как вы знаете, кто подписан, такой человек, как Сер Сорокин, в принципе, то у него вышел видос насчет, типа, что главный администратор Центрального округа сделал такой Хогвартс, в принципе, и показал его на видосе там и так далее. Я подождал там спустя сколько, 2 дня, видос вышел назад примерно, и решил тоже записать видос, чтобы, так сказать, не перебивать ему просмотры. Поэтому, Сорокин, если ты это смотришь, без обид, в принципе, я тоже хочу на это посмотреть и показать это своим подписчикам. Так что в качестве благодарности я оставлю ссылку на Сорокина в описании. Кто хочет, приходите, смотрите там. Все, думаю, давайте берем вертолет и летим туда. Я вот, честно говоря, не знаю, где точно находится это место. Такое место только, пацаны, есть на Центральном округе, потому что этот маппинг делал именно главный администратор Центрального округа. На других террах такого нету. Я вроде по видосу понял, что это находится где-то возле Арзамаса, недалеко, а именно там за стадионом перемена в том районе. Поэтому сейчас сюда полетим. Надеюсь, его еще не убрали, либо он там есть, чтобы я вам смог показать и сам вживую, так сказать, посмотреть на это все. Так, я нашел это место, начало прорисовываться, все. Ебать, вот маппинг, конечно, жесткий. Так, давайте, я не знаю, куда приземлимся. Я просто взял вертолет из-за того, чтобы меня за ЕПП там не посадили. Ну, хотя полтора ночи, но... Все же, давайте приземлимся, посмотрим, что здесь и как. Потому что на видосе это одно, в принципе, а вживую это другое. Кто играет на Центральном округе, тоже советую всем глянуть, в принципе. Потому что, блин, это реально годная тема. Я тоже смотрел, как и вы, думаю, Гарри Поттера, там, и так далее. Я все части смотрел. Ну, по-моему, последний не смотрел, потому что-то мне не зашло. Ладно, в принципе. Не важно. Итак, смотрим. Это вот эта игра Квит. Честно, не помню, как она называется, поэтому не нужно меня ругать в комментариях. Так, вот это кольцо там. Ну, я думаю, все помните, кто смотрел Гарри Поттера, тот, ну, догадается, что это такое за поле, что это за игра там и так далее. Я думаю, это все понятно и очевидно. Так, давайте там РВС-а нету, чтобы я свой вертолетик не просрал. В принципе, чат буду убирать, чтобы было более видно нормально вам все и как здесь есть. Как бы трибуны есть, в принципе, есть вот такие кольца, на которых на метлах летали. В принципе, да. Я думаю, вы все это прекрасно помните. Там вон еще и замок. И что, у меня стоит мод на цвет, поэтому видите, как все охуенно выглядит. Просто реально просто охрененно. Здесь никаких систем нет, это чисто пацаны маппинг. Этот маппинг есть, повторюсь, только на Центральном округе. На Южном округе и на Северном такого нету, потому что вот этот весь маппинг делал именно главный администратор Владислав Соловьев, вроде бы как его зовут, если мне память не изменяет. Какой же классный мод все-таки, пацаны, на свет отвечаю. Вот этот мод заменяет свет, видите, всех фонарей, и на машины заменяет свет. Это очень круто. Че, пацаны, бухнем? Рыбка есть, все есть, поэтому почему бы нет? Ладно, я шучу, пить это плохо. Все, погнали дальше, я думаю. Экскурсию здесь мы закончили. Водка есть, рыбка есть, но нам это неинтересно. Понятное дело, что в КРМП, ну, трудно сделать такой же самый замок, как был в Гарри Поттере, я думаю, понимаете, но, как бы, главный администратор сделал это своими руками из чего, что мог, в принципе. То и было, из того он все это и сделал. Итак, вот у нас здесь есть такие фонари, и здесь у нас есть вход наверх, так сказать. Ночью, конечно, это очень классно выглядит, так атмосферно, я бы сказал. Поэтому лучше приезжать сюда ночью. Ну, лучше не приезжать, а лучше прилетать. А если нету вертолета, то лучше прибежите, чтобы не улететь за ЕПП, так сказать. Блин, реально очень классно выглядит именно ночью, вот так здесь побегать. Здесь я никого не встретил, ну, видимо, всем пофиг на это. Ну, мне чисто было интересно посмотреть лично своими глазами и показать это вам. Реально это очень круто выглядит. Здесь у нас есть арбузики или дыньки, как они называют. Кабак, кабак, пацаны, кабак есть. Так, я еще в маске, блядь, пришел кабаки пиздить просто в Хогвартс. Ну, такое себе, да, пацаны, такая ситуация себе. Уже воры уже не те, так сказать. Ты чего, хуё, блядь? Ну, я, конечно же, шучу. Ну, здесь больше вроде бы как ничего интересного нету, можем сюда сбегать. Ну, как я думал, здесь, в принципе, ничего нету. Но я его с трудом нашел, потому что он как-то очень туго прогружался у меня. Здесь у нас камни, тоже все обгорожено. Нет, реально очень классно сделано. Респект Га сервера, Владислав Соловьев. Я думаю, это он делал не один день даже, не один час. Ну, и вы, короче, поняли. Это очень было трудно. Да, такие, в принципе, такой маппинг не очень реалистичен, но из чего было, из того и сделали.
Итак, что я могу сказать? Маппинг очень прикольный, мне все понравилось, честно говоря. Да, здесь систем никаких нету и, возможно, не будет, потому что это зависит, во-первых, не от главного администратора, а от руководителей. Как бы делать систему, так сказать, Хогвартса и так далее, ну, это довольно-таки трудно будет и довольно-таки странно. Все-таки RPG-сир и летать на метлах, там, палочка заклинания делать, я думаю, такого же, конечно, не будет. Но задумка очень классная, не знаю, что сподвинуло Владислава Соловьева сделать вот такое вот место, но оно довольно-таки классно, и я думаю, оно должно быть на центральном округе. Это будет такая, знаете, изюминка. Я думаю, зимой здесь будет очень даже классно, поэтому надо будет зимний мод поставить, чекнуть, пацаны. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Повторюсь, вводите мой ник при регистрации, заходите играть вместе со мной в центральный округ, и всем пока-пока.